Всем привет! Дочь. Софушка уже занималась репетитором английским языком. Сейчас отдыхает. Потом будет читать литературу. Ну как, зай, отзанималась? Все нормально? Но репетитор сказала, что перед школой нужно еще почитать, зай. Какие-то слова забываешь. Угу. Ну вообще, как сложный английский язык? Нет? А зачем мы тогда с репетитором занимаемся? Погромче. Ага, понятно. Она у тебя как помощь, да? Подсказывать, где правильно читать. Ясно. Это что у тебя? А, это Love Is, которые? Ох, дай я посмотрю, а где... А почему столько много? Где ты их взяла? Потому что я у Ани забрала. У Ани забрала? Да, я их спрятала. У меня в чехол, а Аня не могла их найти. Но мы потеряли. Блин, Соф, она сейчас посмотрит это видео и обидится на тебя. Дай посмотрю. Я с ним. Давай. У меня коллекция. У тебя коллекция? София сидит, читает школьную группу. Можно сказать, что я тоже с ней пойду? Не, ну, ты сейчас Диане напиши, скажи, Диан. Ты читала в группе? Я, кстати, когда вчера пошла в этот магазин, магнит косметики, я встретила по дороге Сережу. Он практически подходил к нашему дому. И встретила Мишу. Но они попозже, конечно, пошли, чем вы. Ну, ты не с Сережей в группе, а это, дежурных? Сережей. Сережей? Да. А Малаушкин не с тобой? Да. А. Мы сидим, смотрим мультик. София сейчас варю пельмешки. Перед школой покушает. И будет собираться. Сегодня первая физкультура. Сразу физкультуру наденет. Уже все приготовила. София готова. У нас уже время. Надо быстренько бежать. Уже Софина одноклассница позвонила. И сказала, что идет. Нам нужно быстренько воды и купить. Так, все, дочь, выходи. Сегодня спортивная у нас Софиечка. А где ключи? А, вон они висят. Все, пошли. Все, мы бежим. На улице так хорошо. Соф, а ты на физкультуре занимаешься без бомпера? Просто в футболке? Да. Не холодно? Только вечером одевай его, хорошо, зай? Вечером прохладно. Так, что, нам водичку купить надо? Стоит Диана уже? Где? Я тебя обманула? Нет, я реально, я просто туда бежала. Вот они стоят. Так, друзья, София пока в школе учится. Ей еще в школе полтора часа. А я записалась на массаж. Когда София ходила в бассейн, вот, там девушка с сыном приходила. Маленький у нее такой был ребеночек. Вот. И что-то мы разговорились, и она рассказала, что она занимается массажем для взрослых и детей. Вот она увидела у Софии две ключицы, и они, ну, разные, не одинаковые. И вот она говорила, что нужно делать массаж. Сходить к педиатру, вот, и прийти на массаж. Вот, а мне что-то в последнее время очень сильно болит шея. Шея очень сильно болит. Я еще, знаете, вот так делаю, хрущу постоянно. Я не знаю, плохо это, неплохо. Вот, ну и решила ей написать, проконсультироваться. И она пригласила меня на массаж. Такой расслабляющий, не оздоровительный, а расслабляющий. Она говорит, ты придешь, я посмотрю твою шею, спину, вот, и посмотрим. 30 минут она делает. Я хотела еще массаж лица, но она сказала, я обучалась, вот, но уже давно не практиковала. Буду осенью, позже осенью буду практиковаться, учить и буду делать. Так что сейчас хожу на массаж спины, шеи, вот, и потом вам расскажу свои ощущения. Если честно, никогда не ходила к профессионалу и не делала массаж. Это первый раз я иду.
Вот, а потом, наверное, встречу Софию, если раньше освобожусь, приду домой, вот, и буду готовить. Так что я побежала, у меня время уже. Ну все, я уже дома, уже готовлю, скоро София придет. София со школы одна не идет, она идет с одноклассниками, и с мамочками одноклассников. Вот, я все спросила, она мне все рассказала. Одна она у меня точно не идет, и обязательно взрослый присутствует. Вот, сейчас вот она идет домой, позвонила мне, сказала: мам, жди меня. Я уже пришла от массажиста, от массажиста. Вот, она мне делала шею и спину, руки. Вот, спина у меня там вся в красных потеках. Она сказала, что у меня там есть застои. Вот, она мне там их помассировала, сказала, что очень сильно напряжена шея, то бишь у меня идут, что она мне сказала, мышцы, они очень сильно напряжены, очень сильно. От этого, говорит, у тебя могут быть головные боли, потому что сосуды не расширяются из-за этого, головокружение, тошнота, это у меня присутствует. Она сказала, это нужно убирать. Вот она мне сегодня хорошо помассировала спину, сказала не купаться, чтобы спина была в тепле, обязательно, говорит, одевай теплую кофту, вот. И она сказала, что еще пару сеансов. Она говорит, я здесь, говорит, как бы напряжение сняла и в спине. Вот, но еще пару сеансов, говорит, это нужно обязательно, говорит, массаж поделать. Посмотрим завтра. Она говорит, спина может быть очень сильно болеть от того, то, что, говорит, у тебя были все напряженные мышцы, сейчас я их расслабила. Вот, посмотрим, как буду себя завтра чувствовать. Если у меня будет все нормально, попробую еще завтра пойти. Но она сказала, спина может болеть. Сейчас пока нормально все, вот, но посмотрим, что будет дальше. Так, а я готовлю кушать. А скоро Паша приедет. София уже вот-вот должна прийти со школы. У нас на улице уже темно. Кстати, на улице у нас не холодно, даже не прохладно. Я шла в тоненькой рубашечке. Ну вот, я пришла, наверное, минут 5 назад. Пришла. Вот. И в рубашечке тоненькая была. Прям вообще комфортно, хорошо. Не жарко, но не холодно. Прям вот комфортно. На себя теплые кофты надевать на улице не надо. Вот, так что все отлично, София у меня не замерзнет. София пришла домой. Пить хотела. А я еще пошла в магазин Паше покупать продукты в командировку. Вот, и София пришла, во дворе меня ждала. Я прихожу, она говорит: мам, бежим домой. Я говорю, что случилось? Пить хочу, не могу. Папе купила термос, папа сказал, что это кофе, чтобы не варить себе, кипятком залить, и все. Вот взяла там, какой был термос, не знаю, пойдет в командировку. Набрала ему продукты, взяла овощи, помидоры, огурцы, взяла, что там еще, зеленый лук, взяла фрукты, яблоки, чтобы он покушал, бананы, там еще что-то взяла, не помню. В агрокомплексе взяла сыр, хлеб, колбасу, печенье. Печенье взяла, да. Ну, чтобы он там, может, с кофе покушал, попил. Ой, что такое? Устала. Ну, как дела в школе? Хорошо, на английском 5-ку получила. Я на английском так хорошо отвечала. Ой, ты молодец какая, англичанка наша. По какому еще предмету получила оценочку? Ну, я не знаю, но я по литературе не получала оценку. Я там отвечала тоже. Тоже отвечала? Да, по-русскому. Там были вот несколько слов. И когда я выбирала, одно слово ты говоришь, другое слово ты говоришь, и пишем проверочное слово. Я писала, по-моему, лошадь, проверочное слово лошади. Угу, понятно. Ну, давай. Давай, иди раздевайся. Что стирать надо? Сейчас быстренько закину стирку. В душ. Я сейчас кушать доготовлю. А я начала это. Готовить кушать? И ты говоришь: мам, можно мы там это, возле фонтана погуляем? Думаю, ну хорошо, пока я сейчас приготовлю, ты пока погуляешь, и все нормально будет. Папа, я, говорю, только с работы выехал, буду поздно. Сможешь, говорит, пойти мне купить то-то-то, я не успею.
И вот я побежала быстренько покупать. А только час фруктоша закроется, магнит не успею. Ну вот я побежала все покупать. Думала, пока ты там гуляешь. Я еще Степиной маме написала. Я говорю, София с вами? Она говорит, да. Мы, говорит, сейчас тут у фонтана минут 10 погуляем и домой. Я говорю, ну хорошо. Я думаю, сейчас как раз быстренько побегу, все успею сделать, и ты придешь. Вот так София со школы приходит. Все, ладно, Заинька, давай. Вставай, давай, давай, раздевайся. Ну что, помыла папе огурцы с помидорами, чтобы высохло в пакетах сложить. Яблочки ему взяла, чтобы он тоже кушал. Это Софушка. Говорит, мам, можно, говорит, возьму этот нектарин? Я говорю, возьми, покушай. Покушала. Так, бананчики папе чуть-чуть зелененькие, как раз они у полежат. Вот, сегодня-завтра, и нормально будут. И нектаринчики. Тут у меня... Что у него? А, ну там лежит это, колбаса, сыр, хлеб, семечки, печенье, кофе положила ему туда. Купила ему, сходила пятишку воды, он попросил. Ну, в принципе, все. В принципе, все. Он уже подъезжает домой, София пошла полоскаться в душ, а то сейчас папа приедет, тоже купаться будет. В принципе, кушать уже приготовила. Спина болит, не могу вообще. Папа приехал с работы уже, сели поужинать. Показала папе мою спину, он увидел, говорит, ничего себе, говорит, тебе, говорит, массаж делали, вся синяя. Но она не вся синяя, там полоски, полоски синие. Сине-красные полоски. Ну, посмотрим, что завтра будет. Она сказала, Паш, несколько сеансов надо. Он говорит, но может, говорит, спина очень сильно болеть. Она скребок у нее специально есть. Вот. Он разминает мышцы. И она прям этим скребком... Так, тихо, 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 тихо. Ты сейчас переборщишь и не будешь есть. Она этим скребком, короче, вот по этим... По мышцам, по спине всем проходила. Капец. Это на самом деле больно. Ну, она как? Она вправляет? Там вот у нее чуть горбатость, она... Сможешь для этих сеансов сделать что-то? Ну, надо это. Приедешь тогда после командировки, я тебя запишу к ней, сразу с ней договорюсь. Вот. И ты приедешь и сходишь к ней, она посмотрит твою спину, помассажирует и скажет, что тебе. Потому что у меня поясница болит постоянно. Ну, вот это. Ну, не знаю, завтра пойду я, не пойду. Если она у меня сейчас болит. Она сказала, что вот эти вот полосы красно-синие, они пройдут на второй-третий день. Говорит, не переживай. Вот, это нормально, говорит, так и должно быть. Вот. И пусть, говорит, муж не пугается. Я, говорит, тебя не била. Вот, и это. Я, если пойду к ней, да я могу ей написать, в принципе, в WhatsApp, напишу, спрошу, как что. Вот. Я приготовила вермишельку с фаршем. Все, кто с нами кушает, приятного аппетита. Да. Мы будем трапезничать. Да, всем приятного аппетита. Сейчас будем сидеть кушать. Потом Софии надо уроки поучить. Сегодня София занималась репетитором, пап. Вот, ну, репетитор сказал, ну, молодец. Ну, конечно, говорит, где-то ошибочки делают, но мы, говорит, занимаемся, говорит, совсем немножко. Вот, но молодец, София. И София что принесла сегодня по английскому? Ты читала или что ты делала? Я читала. Я сначала, например, я читала когда, а потом я другие вопросы при этом задавала. Я тоже поднимала руку. Да, Полина Сергеевна у вас, да? Да. Полина. Кстати, сегодня это спрашиваю у Дарьи, ну, кто массаж мне делает. У меня, короче, последнее время, Паш, вот этот вот палец, вот, именно один палец, внутри ногтя, как будто, знаешь... Не прям сильно иголкой, а вот чуть-чуть как будто тыкает иголочкой. Чуть-чуть. Не сильно больно, но чувствуется. Вот. Последнее время именно большого пальца на правой руке. Я Даше сказала, говорю, Даш, так и так. Она говорит, она потрогала мою спину, когда помассировала, она сказала, у тебя, говорит, невралгия. Вот. У тебя, говорит, все мышцы забиты. Я тебе говорила, ты мне не верила. У тебя, говорит, все мышцы забиты. Вот, еще, говорит, типа, может быть, ну, вот то, что там где-то покалывает, головокружение, тошнота, говорит, это тоже все, говорит, невралгия.
ребрах ты вот постоянно сердце там что-то. Да, да, да. И тут она и есть, эта штука. Ну да, да, да. Так просто не помню, как ты говорили, проверять можно. Там что-то дыхание затаить надо. И то ли если перестает колоть, то это неврология, то ли наоборот, если колет, то это неврология, но не сердце. Она, короче, сказала, что выявить невралгию, она говорит, это у нее у папы. Тоже, говорит, колола, где сердце. Он постоянно, ну, думал, что сердце. Она говорит, я сказала, говорит, иди сделай МРТ. А, он пошел ЭКГ, или ЭКГ? Сердце. Он сделал ЭКГ, ЭКГ, говорит, в норме все. Я, говорит, ему сказала, говорит, иди сделай МРТ. И вот он у него пошел МРТ сделал, и они показали, что у него, да, невралгия там, межреберная какая-то. Вот, да, и отдает в сердце. Говорит, 2 недели, говорит, он думал, что у него сердце болело, а это невралгия. Она может и с правой стороны, и с левой стороны. Ну да, да, пофигу ей, да. Так что такие дела. Ну, не знаю, посмотрим. Нет, ну, я еще, наверное, пару раз к ней схожу. Ну, не знаю, завтра ли, пока у меня спина... Не скажу, что прям сильно сейчас болит. Но мне кажется, если она сейчас начнет ее мять, я буду прям орать. Потому что я сейчас только хочу повернуться, мне больно. А так, пока что-нибудь делаю, не больно. Так, ну ладно, все, уже время. Что за чай? Ну, я заваривала восстанавливающий чай, называется, который покупала. Вот, когда в Анапу ездили, и туда добавила веточку мяты, холодок, который. Давай сейчас поставлю. София занимается уроками. Ждала, когда мы с папой чай попьем, чтобы сесть заниматься. Мам, говорит, я уже спать хочу. Папа у нас уже спать лег. Ему в 3 утра вставать. А я ему сейчас сварю кофе, залью в термос, чтобы он с собой взял. Ой, у нас время уже 11:30. София еще русский делает. У меня там, походу, стирка уже постиралась. Задали упражнение 26-е. Нужно было вот по этой картинке «Дети, бегущие от грозы» Маковского. Нужно было составить рассказ свой. Смотреть на эту картинку и составлять рассказ. Тут в упражнении даются слова для справок. Учительница задала нам вот это вот задание. Составить, то бишь, нужен текст и записать несколько предложений. Ты что, нам готова зачитать? Да. Правда, я Софии 2 предложения, или одно предложение помогла. А там, где написано, что ненадежный мостик, узкий ручеек, она никак не могла составить, я чуть-чуть подсказала. А сейчас теперь послушаем, как у Софии получился текст. Дорогие зрители, София будет зачитывать свой рассказ, который у нее получился, а я вам буду показывать картину, по которой она составляла рассказ. А вы потом напишите в комментариях, получилось у нее по картинке составить рассказ или нет. Давай. Надвигается гроза, на мрачном небе серые тучи, поднимается сильный ветер. Детям нужно перебежать узкий ручеек через прогибающийся ненадежный мостик. У девочки на поясе корзинка с грибами. Маленький брат обхватывает шею девочки. У детей в глазах испуг. Они боязливо оглядываются назад. Тут видишь как, смотри. Наверное, не они все-таки, а девочка. У детей в глазах испуг. Они боязливо оглядываются назад. Вот. Да, все-таки, наверное. Девочка. Да, все-таки не они, а девочка боязливо оглядывается назад. Девочка. У тебя уже глаза красные. Давай тетрадку закрывай. Завтра выберешь все те предложения. Тут написано, запиши несколько предложений из составленного текста. Так, вот текст, который ты в черновике по-русскому составила? Да. Вот. Оттуда выберешь 3 предложения, которые хочешь. И завтра их запишешь. А математику тоже завтра сделаешь. Хорошо, потому что время уже поздно. Ребята, напишите в комментариях, у кого в школе тоже такое же было. Вот у меня сейчас такое. Завтра будет изложение. Изложение завтра? Да. А почему ты мне так поздно говоришь?
Да я сама забыла, вот я сейчас писала про этот текст, там думала и про изложение вспомнила. Завтра нужно потренироваться. Так что приходим с танцев завтра, быстренько русский переписываем, делаем математику и потренируемся. 2-3 изложения надо написать, чтобы у тебя, а то у тебя во втором классе за изложение была 4. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока, до завтра. Пока-пока. Пока-пока.